Вот с этой стороны у нас простой шарнир, одночастный, один шарик. С другой стороны у нас сложный шарнир, двухчастный. Простой шарнир, то есть рука делится на две части. И шарик вставляется в нижнюю часть руки. Да, ручка пошла, вот она. Ну, собственно, вот это все. Вот так у нас выглядит сложный шарнир. В данном случае рука делится на три части. В центральную часть ставится два шарика. И здесь ручка. То же самое с ногой. Изгибается под углом 90 градусов. Вот ее максимум. Все. И вторая ножка. Выбирать и решать, какой вы хотите сделать шарнир, конечно же, вам. Но я просто хочу, чтобы вы оценили возможность любого выбранного вами варианта.